Ну что, Бабаевск, вроде состав должен быть нормальный. Вроде как хвалят. Вот состав: какао тертое, сахар, ядро ореха, фундука, половинки, масло какао. Какао-порошок быть не должно, жир молочный должен отсутствовать. Эмульгаторы лецитин соевый. И опять эта добавка Е476. Спирт этиловый быть вообще здесь не должно. Он здесь выступает как соэмульгатор для стабилизации. Чай, ароматизатор, ваниль. Ну, друзья, нет, это не эталон нормального шоколада. Заменителей здесь тоже хватает.